Во время Великой Отечественной войны советский грузовик ГАЗ-ММ, знаменитая «Полуторка», зарекомендовал себя как надежное транспортное средство. Сегодня части этих автомобилей находят в лесах России и Белоруссии. Грузовик, который пополнил коллекцию исторического общества 1945, также обнаружили в лесной чаще. За 70 лишних лет автомобиль лишился старых запчастей. После поиска новых деталей и длительной реставрации грузовик, наконец, предстал в первозданном виде. Автомобиль прошел полную реставрацию. Значит, по отдельности были найдена рама, частично было найдено, ну, в общем-то, грубо говоря, металлолом. Была куча металлолома, из которого более-менее пригодные детали были взяты, обработаны, переделаны, доделаны. Ну и, соответственно, уже как бы приведена в порядок вот такой автомобиль. В автомобиле полностью заменили крышу, капот, крылья, платформу, электрооборудование, тормоза и рулевое управление. После реставрации автомобиль сразу показали на выставках в Москве и Казани. Здесь мотор очень интересный. Мотор 36-го года. Такая, ну, попался вот там, на котором еще выбит завод имени Молотова, потому что на последних, да, там была выштамповка ГАЗ. Вот, тут интересный такой, за ним охотились, даже у меня выпрашивали его, может, ты продашь нам, потому что такие моторы очень ценны для тех, кто реставрирует М-ки автомобили. Советский грузовик выпускался Горьковским автомобильным заводом. В народе его прозвали «Полуторкой» из-за грузоподъемности 1,5 тонны. Во время Великой Отечественной автомобиль пользовался большой популярностью за счет мощного двигателя. Автомобиль отреставрирован, и уже сегодня он отправится в мотогараж, где будет радовать глаз саровчан. А в мае 2020-го он примет участие в военном параде. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.